Тетрадка называется «Математика». Здесь твое имя написала, да? Жаркова Захара, тетрадка. По ней мы будем заниматься, учиться считать. Какая у нас профессия без математики не может? Любая, да? Угу. Ты, например, когда вырастешь, кем хочешь стать? Я. Угу. А с тем обычным человеком. Я говорю, что когда-нибудь солнце потухнет, да? Не знаю. А вдруг оно потухнет, да, когда-нибудь? Тебя уже не будет. Ляма, а вы не говорили, что Путин лысый. Смотри, а кто он не лысый? Выросли волосы. Пой, как думаешь, галактика насколько большая? Вообще она большая. Самая большая в мире это галактика, чем Земля-то. Кого проверяешь? Папа, мне сколько линий? Не знаю, потому что я это не знаю. А когда вырастешь, узнаешь, потому что вырастешь. На полу собачка спит, рядом косточка лежит. Все, что ли? Вдруг собачка проснулась. Вот сюда, смотри. И аппетитом облизнулась. Вот сюда здесь учебник. Папа, ты ему хорошо меня учишь, опять. Ой, блин. Ты же сам читаешь. А знаешь что? Да. Почему ты всегда фотографируешь? Твоя работа работать, а моя работа завязать куда-нибудь, спецназить, хулиган, дескать. Вот моя работа. Дрова заносить. У меня есть работа, нормальная. А у тебя это простая работа, фотографировать. Это разве работа? Бук-б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 ук-